Кики Керри и тройка нужна хорошая. Ну, Тайхантер какой-то, может быть. Ну, вообще ничего, не. Ну, тут что-то вообще прям супер тонкий герой у команды Fight Moon. На тебя ставлю сразу двоечку, ребят. Так, у нас вот оно ФБ, похоже, приближается. Вот про это мы с вами не обсуждали, то, что должны вы поделать ФБ на этой линии стараться. Я не делаю этого, забираю этого с унафлая, потому что, ну блин. Ну вообще ДП так и должна стоять, по идее. ДП этого героя. А вот тут вырыв опять на лос унафлая, опять же, вот уязвимость. Самый большой минус — это уязвимость. Чами пойдут там еще, опять же, крипы. Полезный вот рор на генерала. Удар с Вендетты получается. МПЛ, ну забирают, да, генерала забирают. Минус генерал. Кого ты хочешь, того убиваешь? Айсберга, генерала, Витюна, кого по кайфу. Врыв на лос унафлая, здесь его сейчас Нуван разберет. Витюна увидели, не знаю, или нет. Нету смотряков, не увидели. Ну и будет движка падать. И ВП здесь заберут, конечно же. То ВП уже давно не тир-1, они актуальны. Здесь берут Солоча, Солоча забирают. Конечно, есть Бласт, мега не работает, забирают Алексея. Минус Соло. Братка, за это респект, но сейчас, секунду, барба нажимает. Смотрите, просто армия. Warcraft 3 на расстрейне выбегает здесь, нападает на Алоха. Алоха забирает, минус Алоха. Там Айфер падает из рацизма на спину, пытается ворваться. Карпасия, Зайцы неплохие были, он находится пока что подсавится. Можно Пайсер удать МП, тут Нуван забирает Витюна, минус Витюн. Кулдаун был хороший, ремнант от Нувана, Нуван замерзает, пока что живет его. Хватает ХП, хэнцов год, Айсберг зашел в спины, вы просто отзонили это минус 3 ВП. Они делают минус 3, которые должны были сделать уже давным-давно здесь, они должны были раньше выйти сюда. Ну, не знаю, кто там за никого лох прячется. Бедно близко, крепкого здоровья. Но при этом Нуван, Нуван прожимает БМ поздно. Нувана убили, получилось его забрать. Так, здесь Кума, Нуван выкупается. Ага, под ББ решили ворваться, Заяц прекрасный МПЛ, топоры пошли. Генерал дает кита в ранг Уэпа, лоху даже не убили, но убили, окей. Ситка сбивает с телепорт генерала, чины, долго его бить, Рокет Бэш назад, его убьют. Забирают его сразу же, минус генерал. Ну, теперь после байбека можно идти, и нужно идти на Рошика и забирать Нувану. Что здесь? Дасты, Витюна нашли. Нашли Витюна, Витюн врыв на него, чины сразу же фисты, хороший МП, вот здесь Витюна ждет смерть. Конечно же, Витюна забирают. Пока что живет немножко, еще пару секунд выиграл. Виртус Про забегает, фисты, чины хорошие. И здесь Алоха должны будут, конечно же, убить, его заберут, минус Алоха. Дальше бегут за Витюном, Витюн, блин, крор не получается пока что, дай, потому что была хорошая точка, но МП у Метеор Хаммера Зайц получается засунуть в него. Это будет минус Витюн, еще минус генерал, конечно, беру здесь. Это минус 3 от команды Виртус Про, прекрасный выход в смоках, идеальные смоки. Идеальный. А, он неудачно нажал, понял. Немножко тут Нуван ошибся, но теперь не ошибается, нападает он на Алоху, Алоху забирает, дальше бегут на Айсберга. И все. Пробили его с унафлая генерала, мега прожимается, ну терпли, да, тут снесут ее точно. Медичный враг также мощно забирается, КБРш прожимается, там Рор, нашли генерала, генералище без бэбэка умирает, минус генерал. Так, министр нападает, забегающий Алоха подставляется, минус Алоха, минус 2. Слишком легко пока что поднимается на рампу, слишком легкий для них здесь подъем. Это минус сторона. Ну и там Медуз Тейтер 2 ГГ. Да. Алоха прописывает для ВП, это один из команды Virtus Pro. 16 на 3 счет, 23 минуты ВП сделают эту первую карту, без шансов забирают. Так что ВП здесь, конечно, большие молодцы. Пак. Выберите Пак. Своего героя. Ну, может быть, может быть. В зависимости от сборки его будет. Но вот тут уже, как бы, знаете, вопросы есть по поводу второй карты. Потом, может, как-то память у тебя подводит меня. Моя. Так. На Соло нападает. Телекинез. Очень похож на Ферстблад, кстати. И генерал его сделает. Да, вот он, генерал, снова на своем Марсе делает Ферстблад. Спасибо большое. Но обойдемся без этого. Здесь выход есть. Нападает. На Лосуна Флая, Фортуна на себя, крипы, как же ему крипы помешали, айс такие злодеи, посмотри на них. Лансер фармят очень хорошо, а у нас небольшие проблемы здесь. ВП говорят, ВП пытаются это дело все исправить, врыв хороший под рекол, Сален забирает шторма, минус айсберг, айсберга получается убить. Ведь он допель есть, замечательный, Фортуна кастует, боже мой, Сален, заберите Лосуна Флая. Ведь он освобождает. Дробаш, застыд до него, кстати, арба полетела. Ведь он пытается жить до конца гейминга. Лоха подтягивается фейтболт. Печенька замечательно ставится арена от генерала. Ведь он до сих пор живет. И еще тычки полетели. Ведь он выживает. Арба не собирает его. Ну ван там убили уже. Соло и Зайц. Минус 2 делает пока это гадание за Ведь он выжил. Красавчик.
нас тут с девяточкой бегает. Генерал, врыв на Нован, Есть по нему вортекс, печенька забирает. Ну, у нас снимает с него стрик. Телепортируется на резолюшн, но уже поздно. Убили твоего митера. Дизрапшн прячется пока что. Заяц покупается Нован в игру. Нажимает стампит, минус Заяц, минус 2. Сделает команда Fight to Moon. Здесь в раз минус у Нафлай получилось убить. Но в любом случае, бэйбэк из Нована уже выбили как минимум. Это самое важное. Это круто. Интересно, Куман дальше будет его забрать. Нет, здесь врыв на резолюшн, но на развороте просто оху. Здесь забрать должны же, по идее, или нет? Да, резолюшн делает. Волоскит по нему своим топором могучим, дефуза, готовый у Витюна. Вот, плюсик. Врыв на резолюшн на айсберга. Неудачно, нашли генерала. Что если у него пуш, ставится хорошая арена почти своим героем. А где поддержка? Вот она поддержка, у Сунафлай. Ультимейт, рекол ставится. Генерала можно будет убить, и то в числе у Сунафлая. Прыгает Нован. Так, забирает двух героев. У нас на ГВП еще в дополнение. Это минус 2. Куман принимает дракон, Витюн, Сайленсар, Бадринг, Голстан, Табуэй, собирает его секунду просто. Минус разрывает Витюна здесь просто наши, вот, на частицы, на частицы его за секунду убивают. Дальше Куман превращается в Рубика, дает фейтбол, стампит, нажимает резолюшн, погоня на Лосунафлая, убивает Лосунафлая. А Луху тоже можно цеплять, Куман телекинез, у него КД пока что. Так что отпускает его, а там более вкусная цель, там генерал. Там стоит генерал, Эссенс Ринг нажимает худ. Но худ уже все, не впитывает, забирает. Также генерала, минус 3, 9 ВП. Но быстрое убийство. Играешь против Пака. Возьми был стол, БКБ, потом Орчи, БКБ, потом уже был стол кубишь. Выход на Зайца, Заяц пока что живет. Дизрапшн, потом, конечно, умрет. Дальше на Соуча, Соуч телепорт. Телепорт, сбивает Соло, минус Соло. Давай время выиграть до появления саппорта. Саппорт появляется, делает телепорт сюда. Заяц на месте. Так, Пурш на Витюна, Витюну нашли настоящего, кстати говоря. Там Витюн свои иллюзии отправляет. Резолюшн прыгает с станом Дримкоу, нормально. Хороший Дримкоу был, но арена на развороте. Пошел у нас Вортекс по Паку. Нован напрячет Дизрапшн, выживает в итоге Нован. Дальше там Соуч Димейта запускает. Генерал, на него контроль есть. Генерал по нему контроль, стампит прожимается, погоня за генерал, генерала забирает, резолюшн пошел сразу же дальше. Нашел Олусу на флай, где контроль, дробашит, контроль будет по Олусу на флай, его тоже убьют, минус 2, делает Куман, дабл килл. В итоге, ну он вроде увидел его, скорее всего, там резолюшн забегает со спины, врыв, нашли Алоху, Алоха нападение, ой-ой-ой-ой-ой, разбирает Алоху, дальше пошли, Дринкоу ставится на Олусу на флай, и это еще одно убийство хорошее от ВП, да, минус... Улсу на флай, минус 2 саппорта. А потом, по-моему, что-то герой айсберга стоит, шторм сломался. Так, врыв на Алоха. Алоха, телекинез, фейтболт. Алоха пока что выживает. И господи, Улсу на флай, Куман переключается на Улсу на флай. Тут он его должен будет убивать, но Алоха спасается. Здесь врыв на айсберга, айсберг почти выжил. Там пурш на нем висит, телепорт он делает. Интересно, добьют ли его? Айсберг выживает, улетает. Но здесь уже минус 2, минус Улсу на флай, минус Витю, минус 2 делают. И генерала тоже заберут ВПМ. Да, минус 3. ВП пока что слишком сильные. Ну что, забегают в этому сюда. Там выбивает Куман на Enchant Recover, но не поднимает ее. Айсберг врыв. Врыв пытается убить быстро, очень убить пытается. Забирает, да, Зайца. Зайца забирает в размен на Лосу на флай. Также и Соло убивается, минус 2, смотрите. Сделали уже. Куман вейформ помывается отсюда. Хороший врыв под конец Аегиса. Так, пока что впитывает, и баш! У Витюна с первого удара, минус. Сейчас Куман поднимается на рампу, начинает работать по вышке. Телекинез, мана выжигается, айсберг врыв на него есть. Дринкоу с огонем, замечательный пальцем попадает, пошел по нему работать. Сейчас Кума айсберга почти убили, но он живет, хватает урона, стейфайр, ультимейт, замечательный генерал, забирает, почти умер айсберг. Айсберг, айсберг улетел отсюда. Но было близко, было очень близко здесь. Выход в сказе. Здесь, поэтому выходит Витюн, здорово. Врыв сразу же Куман прощается. Допель, резолюшн, стан, добавляешь по двум героям, замечательные. Витюн допель подступает отсюда. Генерал после бэбэка умирает. Генерал ошибка ужасная, минус генерал будет по идее. Или Олусу на флай его спасет. Пока же спасает, теперь забирает Олусу на флай. Опять же Дринкоу по айсбергу, он с БКБ, но там Дринкоу. Минус айсберг, минус Витюн тоже похоже здесь будет. Стан работает по Витюну, минус Витюн. Это минус 3, генерал-то выжил, но остальные погибли. Баттерфлай. У нас появляется Нована. Ой, Кумана. Куман врыв на Витюна. Стан хороший по Алохе. Заряжает генерал, но поздно уже. Поздно. Убили Алоху. Врыв на Витюна. От Витюна на Соуча. Соуч живет. Нет, не живет. Его получилось убить. Там генерала сопровождают. Не забывай, просто у него болт. Куман
на Витюна включается, Витюн итоге на Зайца. Заяц телепорт сбивается, конечно. Нельзя телепорт было никакой случай, потому что там баши есть. Витюн. Витюн дерется. Минус 3 сделали. Слушайте, Файтемон-то уже. Минус 3. Сейчас появится еще и Штормецкий, но Витюн умирает. Нет, он умирает без байбека. А вот это уже очень похоже на ГГ. Выкупается. Нуван выкупается. Снэпфайр. Бэкдор не работает, крипы есть на базе. Там находит Нувана. У нас пока что айсберг. Айсберг ставит, получает дринков. Печенька по таймингам. Идеальный обрыв. Стан резали минус айсберг. Без байбека. ГГ. 2-0 за ВП. ВП забирает вторую карту. Тяжелая была такая интересная игра. Но ВП все-таки смогли ее вытащить. Вот опять же хочу вот выделить то, что если бы сейчас Шторм получил 25-е, у ВП были бы большие проблемы. Ого. Уля-ля. Верочка появляется у нас для ВП. И это верка для Нована. И Бристалбэк будет тройка. Если что. Соу забирает... Ну, хорошим видео была русская лочка, еще резолюшен умирает на бот. Это лохи, это заяц на топ. Ну, хотя бы лоха может убить, может быть, да, получается. Его забирают. Ну, это поинтереснее жить уже. Уже поинтереснее. Выход на генерала. На генерала нападает, а лох Хэнк Свел на себя юзает. Так, Кумана забирает. В итоге минус Куман делает убийство этого Флайт Мун. Шекл хороший, ой, хороший Шекл. Шекл фокус фаер на айсберга. Айсберг, пауэршот, Нуван в итоге. Нуван умирает. Айсберг живет, его соурипом, его сон оф вай захилил, забирает. Также и зайца, минус 2 делают у нас Fight to Moon. Ну, ужасный выход от команды Virtus.pro. Да, Куман набирает, прилетает сюда генерал. Нуван, это смерть ожидает Нувана, минус Нуван. Здесь вышку айсберг с Витюном вдвоем смогут добраться. Но ВП вот выходит, нападает на Андайнга, фокус файр убивает его. Так, получилось Андайнга убить, но теперь вышку постараться. Хотя приходит генерал, здорово, арена под сейва, только, ну, только от зайца под сейв может какой-то быть, но его не будет. Здесь просто-напросто рывчение на зайца, зайца тоже заберут. Ребят, похоже, здесь сейчас будет тотальный просто разрыв от команды Fight to Moon. Они пошли дальше, Куман, нет, дальше не пойдут, все. Витюн бежит вроде как, но уже поздно, скизик. Некоторые слова. Так, резолюшн у нас тут баунс не получилось забрать у резоля. Но врыв на Витюна, Витюн отступает. На лох хотя постараться, да, ворос панч. Его убивают, тучка пошла. Но заяц приключается, хороший регел соус. По резолю резоль спиной с флангвардом, но все равно больно. Лицо не поворачивается, айсбласт неудачный. Айсбласт попадал только по Андайнгу, но в любом случае, смотрите, ВП делает минус 2, Куман летит на Витюна, Витюна видит ли он или нет, нет, его не контрится, врыв на Зайца, контр так хорошая, забирает Зайца, айсберг, краская лочка по Куману, Куман, больно, Куман, Куман почти умер, стики нажимает, ремнанта нет, тут нужно флангвард нажать, нажимает, фисты, окей, но его заберут, вот так вот. Так, врыв на Витюна, Витюн. Варвас панч досты нажимается, но снова он прячется, забирает зайца просто в размен. И еще и резолюшн на минус 2. А ВП поплыли все. ВП уже поплыли, Соу еще находит. Куман тут постарается что-нибудь сделать. Да, с чины, конечно, Соу Леон еще забирает. Это good like. Для Витюна на 16 минут. Все уходят. Пошли. Так, нападает, подопадает, ставится Инксвелл, забирает Солоса, убивает, табу поставили, дальше на Зайца, Заяц тоже таверну, минус 2. Легчайшие просто были здесь, по этому, ну, айсберг, хорошая комбинация, урона должен пойти, хватит по нему, поэтому резолюшн и забирают его тоже, минус 3, минус 3. Короче, врыв. Врыв на Нуван, Нувана нашли, но он под сайленсом, ведь он, ну, кстати, похоже, он его догонит здесь. Да, он догонит его, минус, минус делает. Минус сделали, Солмбайн хорош, также сайленс полетел по двум героям, прыгает Витюн сюда, забирает еще и Соуч, дальше на Зайца, Заяц, таверну, прекрасная арена над генерала, и резолюшн улетает на базу. Генерал, генерал нашел Кумана, копье по таймингу, здорово. Сюда, минус Кумана. Так, а здесь? Здесь, Нуван. Айсберг пока что не получается. Просто айсбергу не дает кастануть свой ультимейт. Но теперь он залагал, что ли. Он вроде не кастовал, но вроде кастанул его. Там все есть бласт, варшот. Шекл не получилось. Нуван находится у нас пока что.
подсетка. Это без БКБ. Куман Римнуан забирает то айсберга, снимает с него стрик. И 1000 мейт получает Куман. Ничего себе. Здорово. Косарик получает у нас Куман за айсберга. Тут сейчас можно еще поработать по генералу. Генерал понабивает. Минус нон. Так, ну и Куман уже сюда улетает, да, братка. Спасибо за твой донат. В это время выход айсблаз, кстати, попадает. Он забирает у Лосера Флэ, получается убить, но в размен минус Заяц. Хорошая арена от генерала, но ван в БКБ пока что работает. Резолюшн подходит, ведь он, блин, в она прыгает, но аккуратной дистанции пытается играть. И от зоны или отсюда. Попытка. Генерал. Генерал дали без причины по нему. Повершот. Ведь он забегает, врывает сразу героев. Хорошо. Сразу Кримсон нажимает. Сомбайн Сальный замечательный. Заяц сейвит Сова. Через Алюша пытается стачить. И арена. Ой, хорошая арена. Ой, четыре героя поставили. Ой, беда, печаль будет сейчас. Команда ВП по идее. Айсберг пока вставал ультимейт свой. Куман выжил, Соло укупает свою руку. Убили только двух героев пока что. Поэтому казалось, что будет сейчас вообще минус 5. Хотя Соло после ББК умирает. Резолюшн разминает. Сетка по нему в лицо пытается бить. Где Витюн? Вот он, Витюн. Здорово. Минус резолюшн будет здесь тоже, само собой. Это минус 4. Но No One и Куман выжили. Он форстафается на лоу-граунд пока что за гринстрок. И снова у него Шекл пробьют для Алоху. Интересно, айсбласт врывает, спадает. Там есть ветра в самом байн. Замечательный Нован, фокус-файр. БКБ работает по айсбергу, айсберг ветра. Блинк, айсберг выживает. Нормально. Врыв от Витю на соло, очень минус соло. Делает Витю дабл-кил. Дальше на резолюшн переключается. Резолюшн. Под Кримсом находится он. Теперь... пока что мог побить, теперь кончается Кримсон. Вот теперь кончается, Куман возвращается обратно. Фу хп, но урона у него просто нету. Неудачный шекл по Лусуна Флаю. Ветра. Ветра, Резоль отгоняет. Отсюда Витюн близко. БКБ нажимает айсберг, ветра. Пошел соус, хороший реквиум. Забирает Нувана, минус Нуван. И дальше врыв на Зайца. Заяц под Кримсоном в таверн отправляется. Куман врывается, фесточины хорошие. Нуван после ББК также неплохо за шекелю. Кстати, слушайте, айсбласт полетел. Ой, Лусуна Флай, айсберг пока что живой. Но ветра дает на резолюшн. Убегает отсюда, минус Нуван. Ультракил от Витюна, Витюн уже сделал ультракил. И похоже будет сейчас рампага, да. Рампага есть, от Рейки у нас. Есть рампага. Это ГГВП. Это 2-1 и Flight to Moon. Ну, как минимум, пока что забирают карту престижа, да, в гранд-финале. С одной стороны, с другой стороны, ну, возможно, делают первый шаг к камбэку, понимаете? Прямо сейчас такого героя не дают. Разор. Хороший выбор. Хороший выбор здесь от ВП. Разор. Кунки он мешает. И, кстати, это ДП-тройка. Знак здесь. Так, Соуч выходит. Выделил Лусуна Флая, подтягивает у нас. Подтягивает сюда. Резолюшн, боже мой, Дестан, Торрент, урон качается из него, но здесь Заяц. Здесь должно быть ФБ за командой Virtus.pro, не делает ФБ, Заяц забирает себе Virtus.pro. Этой карте 2-0. Но Ван сразу полетел на топ. Смотри, но Ван прилетает сюда, увидел Лусуна Флая, но Ван достаточно быстрый. С фейзами связь, по идее, не должна будет разорваться. Он догонит Лусуна Флая и заберет его. Неплохая притяжка. Тут у нас на боте снова драка. Ну, генерала хоть часто его убьют или нет? Опять Сифон, опять живет генерал. Но забирает его. Ну, забирают, конечно. Слишком много он жив. Еще и Алоху здесь придачу можно убить. Солод делает даблкил. Только это дальше. Но молнии нужны полюбасу будет. Здесь огони, молнии, все дела. Выход на Лусуна Флая. Торрент под сейва неудачен. И просто убивает. Завтра будет игры уже. Так, ну у нас выходит на генерала. Ну ван, плазму больно. Ну ван, подцепили, карапаси были хорошие. Заигрались ВП. Заигрались просто здесь Virtus.pro. Там корабль полетел, замечательный. МП вот туда тоже хороший. Неплохо, но урона не хватает. Резолюшн здесь танчит. По фрошелдам убивает у нас в итоге Алоху. Генерала тоже хотят убить. Генерал Дабл Эйч пока что живет. Еще Сифончик раз опустил. Синистер Гейст, Телекинез туда под Кумана. Флэкон живет. Торрен попадает по Куману. Куману больно, кстати. Кумана можно здесь убивать. Соло чайник запускает. Просто Добригангер чайник задоджен. Минус 3 делает Flight to Moon. Бегут за Резолем. Резоль уже поднимается, вылупляется в игру, обратно возвращается у нас Нован.
Так, врыв есть, замечательный. Может убивать генерал очень быстро, его получается убить. Стампит кончается, вышку и изолюцию добирает тоже в комбинацию. А у Сунафлай красный кар... Ой, Торрель, какой Торрель, да посмотри на него, а! Тайбрингер, больно саппортом, но выживают они. Импейл, куда он забегает? Сюда Куманр по айсбергу работает, минус айсберг. Чайник был прекрасный, чайник летает, минус 3 уже делает команда ВП, еще и Бипошку. Алох убивает, боже мой, Бипошку вспомнил. И это минус 4, ВП прекрасно, драка 15-4 за ними. Ну а файт на дистанции, забирает Тир-1 вышку. Полетел сюда Резолюшен, корабль есть, и забирают у нас генерала, скорее всего. Ворованный корабль также был, прожимает стампит, врыв на Усманафай, также на айсберга. Импел от Алохи подсейвил на айсберге, забирает двух саппортов, нет, саппорта и троечку, да. По этому поводу, сейчас у нас тут драка, возможно, будет. Врыв от Резоли, как прекрасно карапаси были. Воруют карапаси себе пока что заяц, но вам БКБ, чайник замечательный. Не летает чайник, а летает хорошо. Ты посмотри, просто чайник холодючий здесь. И очень больно было, но в итоге забирают только соло. Заяц, нашли зайца, заяц карапаси прожимает ворованный, но его тоже должны будут убивать, по идее, и заберут его. Да, минус 2. Нет, трошка не получится задефать. Все, да, Егис для Витюна. Прекрасно, поэтому красота. Не, реально молодцы. Так, айсберг БКБ нажимает, врыв на зайца, сажает его на корабль. Старшторм запускает, рейншторм, боже мой. Это минус заяц точно, зайца забирает. Куман минус секунда БКБ и минус сама БКБ. Нет, он убегает. ВП, что? Что Куман ФКН в чайник нападает на генерала. Сайленс неплохой был от зайца, но генерала тут даже не заберут. Ну ладно, еще дает крест, но Ван ведь раз удолжил. Хотя стампит, слушай, пошли драться, ВП хотят драться. Куман БКБ нажимает кулдаун, ФКН пошел работать. Айсберг больно убили, соло, вообще минус соло. Лич выкупается, выру обратно. Но Сунов Флай хилится, живет, а Егис убивает. Команда из Флай Тумун, из Витюна выбивает из него Егис, дабл эйч. Можно Витюна убивать, его заберут, минус Витюн. Витюн, зря он начал драться дальше. Пошли здесь Резолюшен, дабл эйч, минус даблки будет Резолюшен. Так, минус Олсу на Флай. Так, врыв. Врыв на Нувана. Нуван карапаси нажимается. Ой, больно Нувану. Как же его больно. Его можно забирать, его заберут. Сейчас минус, но он прекрасный выход. Поэтому он дальше на зайца. Зайца подрезают. Крест обратно зайца возвращают. И его просто-напросто здесь убивают. Минус 2. Да. Падает сторона. Сторона чайник нападает, нападает, забирает Витюна по чайникам. Ой-ой-ой-ой-ой. Чайник минус Витюн. Тараншторм запускается. Куман БКБ пытается кого-то нагнать генерала, но он не убьет. Минус 2 сделали. Остальные в рассыпну телепорты сделают отсюда. Да, стан дабл эйч. Бывает. 5 конвейер будет ТП или не будет? Крапаси, Алоха. Неудачно, телекинез. Нашли Алоху. Оп. Опачки, минус Алоха, Куман БКБ нажимает, разбивает, Тамбу пытается разбить, купается в игру обратно Нюкс, и ВП без БКБ Кумана пытается уйти. Айсберг, айсберг крестом достанет ли? Пытается айсберг до сюда достать, добежать форсаф этого, и до Нувана достал Резолюшен на развороте, пошел сейчас Резолюшен, Резолюшена, айсберг нажимает БКБ, пока что качает из него урон, качается урон, старый шторм, неплохой трэншторм, есть, есть урон, красный, все ВП, Куман красный, Куман почти умер уже, умирает Куман, взамен на андайнга, минус заяц, также карапаси работает, Куман выкупается в игру, Витюн живет, Нуван с уроном. Своим ультимейтом Витюн почти умер, но умирает. Витюн тоже умер. Айсберг умер. Как они это сделали вдвоем? Тут практически они это делают, но Нувана получилось убить. Резолюшен. Куман возвращается после байбека. Резоль, свормы до него не достает. Генерал находится пока что под контролем. Соло подтягивается. Соло еще есть. Инстер есть. Алоха близко. Станет Резолюшен. Импейл по двум героям по Резоль не попадает. Генерал до сих пор живет. Это будет минус генерал в любом случае. Еще Алоха можно будет убить. Но Алоха понимает, что ему нужно бежать. Очень тяжелая драка. Пошли, заходят сюда. И Резолюшен прыгает. Станды по двум героям. Айсберг туда торренты, чайники. Ой, ужасный чайник. Кто заберет Аегис? Витюн заберет Аегис. Хорошо. Резолюшен в глиммере. Но его видит там есть интерки. Минус Резолюшен будет он без бай... С байбеком. С байбеком. С байбеком. Все в порядке. Соло улетает на базу. Соло улетел. Да. Но они не врываются, не дают сторону. Это минус вторая сторона, легчайшая. Абсолютно легчайшая сторона. Торрент, Витюн уйдет, форстаф на то просто. Я не знаю, зачем он сейчас-то врываешь? Ты дебил, что ли? Я извиняюсь, конечно. Вот, зачем сейчас? Витюна заберут, ладно, окей. Или его даже не убьют. Не хватает урона. Там Нован работает один по всем. Поздно, не ворвались, нужно было сразу за сторону. С самого начала нужно было это делать. В итоге забирает Витюна первый раз с Егисом, выбивает из него Егис. Дальше импейл хороший. Минус есть Куман, минус Нован. Выкупается Нован, Куман без байбека.
Эко, минус также и Заяц, Торрент, хорошая Тайсберга, красотища, Соло в таверну, Резолюшн, ГВП прописывает ВП, это 2-2, и у нас будет пятая решающая карта, ну ВП сами ее проиграли, но они ее сами себе проиграли и все. Это решающая карта прекрасного гранд-финала Flight to Moon против Virtus.pro, ну и пускай победит сильнейший. Поехали. Как победит все ок. Не, просто вообще, да, конечно, но... сейчас, секундочку, у нас Куман дерется на генерала, он нападает, возможно, будет ФБ. ФБ, возможно, будет или не будет, не знаю. До конца Куман идет, там Алох его и Кабанчик на развороте бьют, Куман умрет, похоже, или нет. Куман соло ФБ делает, Куман выживает. Алоха пытается забрать его, но там кабаны генерала с Кумана добирают. И соло на Алоху, фортун на развороте, соло может Даблкью сейчас сообразить, если получится, нет, не получится. Он хорошие были топоры, он кабанчик остановил, чтобы они не замедляли. А тут Айсберг на перехваточку, Куман без ультимейта, Сайлент. Айсберг даже может без Соник Вейва забирать его. Хотя... да, заберу его без Соник Вейва, скринов Пейн. Хотя Куман, что уху тут не пробил. Да, это телепорт сбить нечему. Да, он выжил. А здесь Витюн на Кумана, Куман ультимейт вынужден нажимать. Заяц прилетает сюда, Куман его пытается раскайтить. Мало он злоевстилился, его, конечно, убьют здесь. Выход также на Заяц, пошли на Заяц. Кабанчики замедляют, не кричи, работает. Минус Заяц будет здесь тоже. И еще можно на соло выйти. Генерал управляет туда свою разведку. Соло забирает красного некрача. Он поймал, что он умрет, и лучше уж некрача убить ему. Они не собираются, поэтому здесь диаболики и работает бласты. Выход на соло в миду. Соло бедняга стоит. Разбивает он. Ой, слушай, живет соло? Живет, что ли? Нет, Алоха его добирает. Генерал останавливается, значит догонят. Да, догонят. Но он выходит. Здорово, генерал. Фиссурка, фортуна. Ой, тут фиссура какая неудачная. Там резолюшн подстраховал лайфдрейн. Забирают генерала. Куману до него еще 1200 монет нужно. Нован глубоко разошел. Нован нужно осторожнее. Где Сова? Сова, судя по этому, близко. Сейчас он подхилит Нована. Захилил. Витюн больно. Витюн осторожнее. Лох от Сова. Байн. Сайленс полетел. Нован пытается драться. Интересно. Витюн выхилится. А у вас Сунов прилетает. Захилил. Он с ультимейта. Заяц красный. Нован фул хп минус. Заяц в размен на Витюна. Витюна получилось таки пробить. Даже с учетом того, что его захилили. Бласт Тризоля. Лоха красный. Лайфдрейн. Лоха выживает. Тризоля его отпускает. Здесь все-таки и... Так, поэтому он поднимается на рампу. Спины сейчас могут сзади подойти, как кто-нибудь все тут выход от Зайца, их освоим, тотем, фиссура, минус 2 делают секунду, Virtus.pro, Flight to Moon не успели сюда, но они там нашли резолюшн, Айсберг, дабл дэмэдж на соло, Sonic Wave работает по нему, Заяц улетает, соло, мне кажется, взорвется на базе, по идее, хотя, слушай, кто знает. Гранат заходят на Рошана, и Рошан-то падает, Витюн его забирает. Слушай, это похоже реально заспойлили у нас. Витюн Аегис сейчас или нет, или не успеет, или кто-то Заяц. Заяц что-нибудь сделает, может быть, нет, не сделает. Витюн Аегис. Витюн с Аегисом. Здесь у нас Айсберг, Экей Амидамару забегает под Инкселлом, прыгает, нападает, до Зайца достает, достал. Соло в спине, Фортун дает, пытается хилить, Соло Байнд вешается, Зайца забирают. Айсберг на Алексея пошел, Алексей без ультимейта, 13 секунд, ой, Солыч. Хотя, Декрипифай неплохой был, кулдаун запускается, Айсберг до конца гейминг за Алексеем идет, минус 2. Делать живот, откуда ты это знал вообще? Если они сейчас выйти, напасть на кого-нибудь, и, возможно, эта группа старается камбэкнуть. Куман, выделили его, все, видели Кумана. Вас он Афлайк, Алохи, Витюн с Аегисом, колдаун, Куман еще с лицом, соло. Спасает его, Витюн БКБ прожал. О, кстати, это минус БКБ, Соник Вейв, Витюн выживает, Куман, у него сейчас будет фул хп, по идее, да, но Витюна можно забрать Кумана можно убивать, там генерала убили, конечно, но Куман в таверну, с диффузами, все, мана, Декрипи Файфер, стоп, Айсберг с БКБ залетает, не пострахал он своих тиммейтов, и забирает Солыча, минус 2 сделали, генерал в игру выкупается, Айсберг дальше пытается идти ловить. Так, врыв на Нована, Нован здорово. Нован умрет. Здесь тоже. Минус Нован. Flight to Moon. Так, здесь выход на Кумана. Куман полетела торпеда диффуза. Есть. Куман живет. Соник Вейв. Куман прожимает ультимейт. Солыч забирает. Соло ничего не успел сделать. Кумана все в рассыпную от него бегут. И сейчас кончается ультимейт. Куман, конечно же, умирает. Минус 2 делает Flight to Moon. Там опять генерал где-то умирает. Генерал Соло уже какой третий раз умирает, да? Он. Но Витюн залетает БКБ. На релокейте за спину залетает. Но Ван больно очень. Но Ван здесь должен умирать. Минус также и резолюшн. Но он в таверну. Минус 4. Минус 4 делает Flight to Moon. Фантастика.
Вот он, Витюн, поднимается на рампу. Глиммер на Витюна. Куману неприятно. Куман сайленс. Кулдаун залетает. Хороший там заяц, хасом на айсберга. Но только в одного героя, только в одного. И все, Куман под ультимейт от Солоча. Куман выживает. Солом байнд. Резоли неприятно. Ультимейт Куман нажимает. Витюн вообще, он не чувствует. Он просто не чувствует. Куман здесь сейчас умрет. Прямо вот сейчас он должен будет умереть. Хотя, слушай, живет еще? Нет, не живет. Минус 2 делает Fly to Moon. Там Заяц пытается время выиграть. Генерал за ним в погоне бежит. Заяц время выигрывает, кстати. Говорит, неплохо совсем. Под хостой бегает. У него даггер еще имеется. Так, айсберг все. Даггер. Ой, даггер. Суаринс. Хорош, хорош. И просто пытается улететь. Но сетка по Зайцу. Телепорт сбивается. Так что здесь Заяц ожидает смерть. Ну, секунд 30 он выиграл своим тиммейтом. Да, пока что появился там Куман. Просто релкейт в спину. И пошла драка. Ну вот, смотрите, поэтому нажимает смоки. Сейчас, может быть, попытка врыва будет. Витюн опять поднимается и получает очень много урона. Витюна почти убили и забирают его. Айсберг вырывается. Аегис выбили из Витюна. Соник Вейв, Заяц, Ветра. Соло красный, но живет. Витюн воскрешается, появляется обратно. Ну, вам БКБ пока что живет. Там айсберга закатрули. Айсберг умирает? Нет, сыр. Не умирает он никуда. Но Ван, лайфдрейн от Резоля. Кулдаун запускается. Но Ван еще живет. Но Ван живет. Нет, айсберг его добирает. Выкупается в новую игру, конечно же. Тир 3 еще стоит. Ведь он драться не хочет. Айсберг, блинк, на лоу-граунд. Все, отошел. Поднимайся на этого Нована. Ничего не почувствуешь. С Эгисом же, е-мое. Сатаника скальзит, 3200 хп. Ну, Витюн поднимается, пошел урон, хотя, ну, слушай, неприятно, неприятно забирать F3. Ура, Витюн, но Ван работает, но Ван ветра выжили, нажимает сразу. Сразу же, лайфдрейн на Витюна, Витюн глиммер прячет, тайбер залетает. Ну, нападает на Нована, Соник Вейв, дабл Соник Вейв будет или нет, пока что нету. Получает стан от Кумана, получил еще один хороший Соник Вейв. Куман больная, хасом от Зайца, минус Куман, минус Резолюшн, минус 3 делает, соло выкупается в игру, Резолюшн, где Куман байбек-то? Куман, а где байбек 30 секунд? Куда потратил его? Башер купил, что ли? Ой, Башер купил, а байбека нету, 20 монет не хватает. Куман без байбека, а? 20 монет не хватает ему. Это мегриппы. Это ГГВП, да. Это 3-2, Fly to Moon. Блять, просто вдумайтесь, Fly to Moon. Когда вчера они, позавчера играли против HellRaisers и 2-0 проигрывали вообще без шансов, но я не мог поверить, что они идут до гранд-финала.